Здравствуйте, друзья. Сейчас будет небольшой отчетик, значит, о магазинах для AR-10 от российского производителя Пуфган. Вот, значит, попали ко мне на эксперименты, значит, три магазина. Вот, соответственно, для с винтовкой у меня шел один родной, оригинальный Макпул. К сожалению, один, так как там винтовка. Она где-то, видим, на складах лежала. Везена в 2013 году, купил ее в 2018. Соответственно, эталоном, ну, для Пуфана, я так понимаю, был, скорее всего, Макпул. Процентов, наверное, 99. Вот, значит. В принципе, магазины неплохие, но есть несколько но. Значит, у них немножко по размерам они сделаны, ну, как... больше, чем нужно, вот в этих вот местах, то есть передняя стенка и задняя стенка. Значит, суммарно здесь вот примерно я замерял, примерно там где-то 0,2 миллиметра надо снимать. Соответственно, вот этот магазин я уже обработал, вот. Вот. Ну, значит, оригинальный магазин Макпул, он из шахты. У меня винтовка Z10, то есть это AR-15 от сброера. Значит, он чуть-чуть болтается, и при нажимании кнопки сброс магазина, соответственно, свободно выпадает. То есть вот оригинальный Макпул. Вот. Так вот он падает хорошо. Значит. Вот этот магазин, значит, Пуфган. Изначально он туда вообще практически не залезал. Значит, был обточен, замерен, обточен. Вот, соответственно. Сейчас я добился того, что он как бы нормально вставляется, правда, с усилием. Но под тяжестью своего веса он, к сожалению, не упадает. Но это как бы еще впереди. Так, еще что хочу отметить здесь. Значит, здесь вот сделана такая вот прилив. Я не знаю, как это правильно называется. Для того, чтобы... короче, дальше, чем надо, при закрытом затворе не зашел магазин. У Макпула мы можем видеть маленькая такая вот штучка. Этого вполне хватает. Здесь, значит, большая. Значит, вот это вот, не знаю, как бортик, его тоже пришлось хорошо пилить. Там тоже что-то чуть ли не на полмиллиметра, он больше, чем нужно. Вот. Значит, вот этот бортик, он не дает зафиксировать, значит, защелку магазина вот здесь вот. То есть она получается на полмиллиметра, где-то даже чуть, наверное, больше, чем полмиллиметра, она не доходит и не защелкивается. Ну, как-то так. А еще, пока не забыл, да, вот, значит, по поводу, что здесь еще не совсем так, как надо сделано. Вот мы вставляем магазин пустой, да, соответственно, у нас активируется затворная задержка. Вот она. Вот, то есть мы ее можем поражать. Она, значит, вот в такой бортик упирается. И вот этим местом она вот магазин вот этим местом поднимает затворную задержку. Как бы все работает, да? Значит, берем магазин Пуфган. И мы видим, что, значит, у нас получается на затворную задержку вот этот активатор магазина, он вообще не попадает. То есть мы, в принципе, его вот даже поражать не можем. Кривовато получается. То есть он должен вот упираться, затворная задержка должна упираться вот в этот вот бортик. Она, получается, упирается мимо него. То есть он чуть-чуть должен вот эту пластиковую, я не знаю, как ее назвать, она должна быть немножко где-то тоже на полмиллиметра где-то смещена, получается, вот если так смотреть, влево. Вот. Ну, соответственно, допилю я магазин хотя бы один, да, после этого будем стрелять уже, пытаться. Ну, вот он, под собственным тяжестью, он не в, как бы... не падает, короче.
Вот. Ну и, соответственно, здесь вот видно следы работы. Ладно, всем счастливо. Пойду за пылесосом, буду убирать.